утро. Вы находитесь на канале Miller Channel. Сегодня воскресенье, и поэтому у нас в планах поехать покататься на лыжах в Бор. Сейчас я буду готовить завтрак на нас двоих. И потом поедем уже в Бор, будем кататься. Подходим к месту, где мы будем кататься на лыжах. Скоро уже придем, возьмем лыжи и будем летать. Вот мы уже подходим к лыжной трассе в Сосновом Бору. Вот это здание, кажется, раньше было какой-то столовой детской, или, может быть, здесь был раньше детский лагерь. Там сейчас дальше покажу, там стоят столы и стулья, все как прям в детском лагере. В советском таком, все деревянное. Вот. Все как раньше. Ну, это уже давно ничего не работает. Телевизор даже стоит. Вот мы уже подошли ближе к трассе. Здесь у нас не олимпийская, а спортивная школа олимпийского резерва. Это какое-то здание 2. Непонятно зачем. Там мы сейчас будем дальше брать лыжи, чтобы кататься. Какие-то индусы завязали тут. Сейчас я начинаю кататься. Дальше изображение будет вот с этой камеры. Поэтому поехали. Thank you.
Ну, трасса хорошая, снега еще, правда, мало. Лыжи цепляются постоянно. То за шишки, то за траву, то за землю. А так очень хорошо. Очень сильно вспотел, потому что на мне одежды много. Ну, лучше вспотеть, чем замерзнуть. Поэтому вот так. Еще приедешь? Конечно. Я думаю, на следующих выходных еще раз приеду. Я приехал с катания на лыжах, зашел домой, переоделся, начал включать телефон на зарядку, она у меня сломалась. Поэтому появилась идея показать вам местный ДНС, выпить кофе, прогуляться заодно. Ну вот мы и дома. Показываю, что мы успели купить за время, пока мы шопились. После похода на НС мы поехали в другой магазин, купили вещей. И вот, например, купили лежанку для собаки. Очень прикольная лежанка, очень мягкая. Причем сшита даже хорошо. Прям классная такая. Вот такая вот лежанка. Ну, для маленькой собаки будет очень прям хорошо. Купили вот такую сумку жене моей любимой, спортивную. Ну, для переезда нам подойдет. Напоминаю, кстати, я буду переезжать. Переезд будет в другую страну. Если хочешь об этом узнать больше, поставь лайк, подпишись и напиши комментарий. Вот такая сумка, довольно большая. Внутри есть пару кармашков. Удобная. Такая вот розовая. Сзади еще есть кармашек. Вот. Это салфетки. Интересно. Вот такой вот органайзер. Назовем его так. По сути, это обычная коробка пластиковая. Большая. Тоже при переезде пригодится. Положим сюда что-нибудь. Да не только при переезде. Просто положи сюда что-нибудь. Что-то, что редко достаем. Вот сюда положим. Купили жене еще вот такие штаны для катания на сноуборде, потому что мы часто катаемся на сноуборде. Вот такие штаны прикольные. Тут вместо ремня такая утяжка. Я себе вот так хотел такие, но вот нашли такие. Но моего размера не было, поэтому мне купили другие. Купили вот такой вот рюкзак офигенный. Я не проверял еще, вместится ли в него MacBook, но очень сильно надеюсь. Он такой кожаный. Обычный рюкзак по вместимости, тоже есть отдел для ноутбука. Ну и так, в принципе, совершенно обычный, много разных кармашков, боковые, передние два. Прикольный, с виду прям классный, мне прям очень нравится.
Я, может быть, потом вставлю фотку, как он выглядит на мне. Ну, прям классно, мне нравится. Вот, еще купили костюм такой вот розовый. Такой вот. Это вот кофта. И штаны. Это, соответственно, не мне, это жене купили. Я такое не ношу. Такой цвет не люблю. Ну вот, купили такой костюм. И мне купили вот такие штаны зимние. Давно хотел такие штаны, кстати. Вот. Вот так вот они выглядят. Прикольные. Мне нравится. Потом тоже я вставлю фотки, как это все выглядит. Вот. Ну и в принципе все. Штаны, костюм, рюкзак, сумка. Ну и салфетки, конечно же. Все. Пошли готовить. Вкуснейшие маринованные бедрышки. Это, если что, кетчуп. А маринад у них, я не помню, наверное, барбекю. Вот сейчас мы их затушим. Сделаем под них вкусную лапшичку. И будет прям...